Приветствую вас на канале Люблю Мастерить. Значит, есть вот такой вот нетбук у меня. Это как бы там родственники покупали, а там перенастраивал им и так далее. Но буквально пару дней назад обратились, говорят, что-то коротит проводочек. Когда я последний раз им отдавал провод, было у них все хорошо. Но отдали мне его в ответ, и когда я увидел, я, честно говоря, прозрел. Что вот это такое, я не понял. Здесь еще скотч замотан, не знаю, может быть, что-то тут было, непонятно. Короче, будем разбираться. Ну, значит, разматываем и смотрим, что же тут такое есть. Вот так вот это все выглядит. Конечно, жутко. Конечно, тут будет что-то коротить. Полностью всю оплетку от сих пор до сих пор обрезали. И что-то вот такое сделали. Жуть. Как оно еще работало до этого, непонятно. Значит, что сейчас буду делать? Буду стараться обрезать. Так, чтобы с запасом, то что тут запаса, вижу, мне вообще не оставили. Потому что нужен запас на то, чтобы припаять эти проводки вместе. Может, конечно, отделаться от этой бочоночка. Но, конечно, жесть полная. Будем пытаться что-то сделать, починить. Ну и теперь будем проверять этот проводочек. Что-то мне здесь не нравится. Вот есть такое ощущение, что на этом белом, кроме того, что этот разорвался, вот на белом вот здесь вот разрыв провода. Что я делаю? Беру две иголки, одну втыкаю вот сюда вот. Здесь главное добраться до провода. Вторую в плюс. Значит, белый провод это плюс. Вот он, средний провод. И видно. Так, нормально. Ну вот, то, что я думал. Вот здесь, наверное, и были какие-то искры, еще что-то такое. Потому что видно, что в этом месте немножко черная плетка. Ну вот, значит, имеем вот таким образом сделанное. Не очень красиво, конечно, тут короткое расстояние. Ну что ж делать? Теперь будем это все проверять. Значит, ненужное откладываем. Тестер обратно сюда. Для начала проверим минус. Так. Так, видим, минус рабочий. Проверяем плюс. Значит, воткнули провод. Ну, сразу видно, все работает, ничего не прыгает. То есть все в рабочем состоянии. Вот так вот. Ну и вот что у меня в итоге получилось. Может, не очень красиво, но, надеюсь, будет работоспособный, служить еще длительное время.
все контакты пропаял. Теперь осталось проверить, что она работает. Значит, сейчас все включено в 220. Устанавливаем тестер. Значит, здесь блок питания на 19 вольт. Контакт минус. Контакт плюс. Все прекрасно. 19,6 вольта дает. Подергаем здесь. Ничего не меняется. Значит, наконец-то все работает. Ну и теперь будет можно уже проверить на самом нетбуке. Значит, берем нетбук. Открываем. Так, чтобы это было видно. Ага. Значит, вот светодиод зарядки аккумулятора. Вставляю. О, зажегся красным. Все, с этого момента блок питания полностью в рабочем состоянии. Ну, значит, в результате у нас получилось полностью рабочее устройство зарядное. Блок питания, точнее. Ну и какая же мораль всего этого? Значит, мораль в том, чтобы если вы не разбираетесь в вопросе, не понимаете, что делаете конкретно, лучше этого не делать. Для вот в таких вот подобных ситуациях, как это, лучше обратиться хотя бы к таким же самоделкиным, как я, которые или смогут починить, разобраться в вопросе и починить, или если не смогут починить, то хотя бы не навредят. Это очень важный момент. И они смогут вам подсказать, к какому профессионалу обратиться в случае, если требуется что-то серьезно починить. Потому что самостоятельный ремонт подобных вещей может привести к тому, что минимум этот блок питания может сгореть, потому что тут, как мы видели, кабель начал коротить, он уже начал пробивать проводку. И, соответственно, мог бы коротнуть, что-то бы вылетело, разгорело, пришлось бы или менять новый блок питания покупать, что тоже обошлось бы в копеечку, а может быть даже что-то бы еще полетело в самом компьютере. Это было бы еще хуже. Так что будьте доброй мысли, обращайтесь к людям знающим, ставьте лайки, кому видео понравилось, дизлайки, кому не понравилось. И всем удачи!